Привет всем! Это весенний платлинг 2019 года. Здесь очень здорово. Мы сюда приехали тренироваться под руководством Григория Ергина. Я тут научилась крутить спины, стапиться, прыгать лук, даже прыгнула в Space-Godzilla. Тут очень вкусные всякие колбаски, супы и классная теплая обстановка. Приезжайте кататься и радоваться. Каякинг – это радость. С каждым годом качество быта в наших турах улучшается. Теперь у нас есть отдельная кухня, генератор, проектор для просмотра видео с тренировок. В платлинге мне все понравилось. Кушать понравилось, спать понравилось, гулять, отдыхать и даже в бочке кататься понравилось. Вот. В общем, очень здесь хорошо. Я приехал сюда, не умею ничего делать, даже серфить. Научился уже уходить на сетап, спины поделал. Картвеллы какие-то попытки были, даже луп удалось вроде чуть-чуть половинки сделать. Так что здесь идеальное место для тренировок. Обязательно надо сюда приезжать. Прокачаться можно нереально. Это если ты хочешь кататься. Если не хочешь кататься, то валяешься овощи. Здесь есть где погулять. Здесь вкусно кормят. Мы все друзья. И Гриша отличный тренер. Еще бы он научился объяснять спины, было бы вообще отлично. Что-то у меня нифига не получается. Как меня там бесит. И вот так, и вот так. И русский картер, и русский картер. Я сделала лук, еще лук, еще тулуп. Нет, тулуп. Вот. Space-Godzilla. Ну, такую. Еще. И кучу всякой зеленой. Вот. Красота. Приеду еще. Я хочу порадоваться за свой загар. Очень четкая линия получилась. И платлинг – это, конечно, солнце, вода и свежий воздух. Устал, вымотался, но при этом начал достаточно неплохо крутить. У меня даже в одном заезде получился картвилл с лупом одновременно. Вот в последний момент я сделал даже air картвилл, но с промывом. То есть такое что-то было. Хренак так, и вот так вот. Большое спасибо тренеру за важные комментарии. Иногда они прям вот четко там… 40 минут сидишь, что-то не получается. Тренер так тебе подходит и говорит, это вот сделай вот попу вот, вот сюда, например. И все сразу встает на свои места. В автобус меня пустили, когда я выложила все теплые вещи, чтобы взять пианино. Поэтому я тут хожу и мерзну, но зато вот. Может быть, нам не очень повезло с погодой, зато очень повезло с компанией. Мы отлично провели время вместе. До новых встреч в платлинге, весеннем или осеннем.